Вчера ехал домой с города, и ко мне, ну, рядом, вернее, я в автобус сел, и там со мной сидел человек, которого я знал еще по работе, давно еще работали, еще 20 лет назад. Вот, и он тоже сейчас живет, где я живу, и он уже лет 15, наверное, стал такой верующий, христианская какая-то. Они называют православная вера. И вот он каждый раз со мной садится, но мне нравится всегда со всеми сектантами общаться. Не будь то... Да неважно кто. Пятидесятники, Иеговы, Кришны, все, короче. Ну, это все ищущие люди, но зачастую это просто религиозные зомбаки. Очень часто. И вот он один из религиозных зомбаков, он такой православный. И просто мы с ним общаемся. А я, когда садился в автобус, я в телефоне смотрел в 2GIS автобус. Сейчас все, почти весь транспорт, у них трекеры стоят. То есть и на карте ты видишь, где едет автобус. А тут автобус сломался, основной, и заменили его этим, как бы, дополнительным, запасным. Это у него трекера не было. И у него таблички еще не было, таблички названия маршрута. Вот, и, ну, видать, сломался, там срочно что-то надо было заменить его. И вот я смотрю, на карте его нет, автобусы проезжают, темно. И смотрю, какой-то автобус пустой, я говорю, Ленинск. Я, короче, сажусь, и вот этот мой знакомый, он заметил, что я с телефоном стою. И вот он такой, а у них, вот у этих христиан, да, так называемых православных, у них вот эта вот шиза по поводу мобильных телефонов и все такое. То есть для них это дьявольская херня, то есть все, что с электроникой связано, с электронной, то есть дьявол, там сатана и всякая чертя, и всякая херня, короче, типа антихрист придет через технологии. Вот. И они этого боятся, как огня. Вот такие вот сильно сектанты. Вот. Ну, это сектант, натуральный сектант, блин. Вот он за свою веру, он себя положит и других положит. Прям рядышком. Себя и других. Маньяки, короче. И вот мы с ним беседуем, и вот он кричит, защищает свой вот это. Я говорю, вот смотри, вот кроме вас никто, он говорит, католики, говорит, это вообще сатанисты. Короче, все сатанисты, Иеговы там, все, короче, кроме православная церковь. Вот. Но у них там, кстати, они когда в православной церкви, они еще борются между собой, батюшки, и борются за то, что один правильный батюшка, другой неправильный. Ты такие вообще маньяки. Еще борются везде, даже внутри своих структур там воюют. Вот один правильный, другой неправильный. Один там батюшка что-то не то скажет, они его проклинают и к другому переходят. Ну, такая хрень. Вот. И вот мы выясняем, короче, что оказывается, вот, в разговоре, что рай появился, ну, вот по его версии, рай появился, когда Христос умер, и появился рай. Я говорю, то есть, получается, это искусственный мир, рай. А до этого, говорю, что было? Он говорит, был только ад. Я говорю, то есть, получается, это как компьютерная игра, которая появилась, когда умер Христос. То есть, Христос создал компьютерную игру, искусственный мир. Он говорит, там будет блаженство бесконечное. И там все время блаженство, блаженство. И туда придут только правоверные христиане.
И вот мы к тому, что и вели, да, вот этот разговор-то с ним беседуем, что это искусственный мир, так называемый рай, для правоверных христиан. Я говорю, слушай, а чем отличается вот современная игра, да, Матрица вот сейчас, где герои себя осознают, где герои могут развиваться, NPC. По сути-то разницы-то нету, правоверный христианин. То есть, получается, рай создан, по их версии, 2000 лет назад. Во. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это искусственный мир для правоверных христиан, да? Созданный на основе чего? Я сейчас вижу, что вся наша вот эта вот, вся вот эта наша реальность, так называемая, да, она искусственная, она не настоящая. Я уже вижу, коды мелькают, которые, когда дальше туда начинаешь проходить, что оно уже как ошибка какая-то. Вот. И они еще берут и создают игру в этой игре. В этой большой игре, так называемой. Возможно, она небольшая. Она кажется большой. И там еще игра. И они создают эту еще игру, блин, здесь. Просто вот здесь вот. На земле, блин. Игроки, блядь. Хуево. Вот. И вот сидят такие вот маньяки. Я христианин. И он готов тебя уничтожить. За свою компьютерную игру. Просто за то, что твоя локация является более правоверная. Вернее, его локация, чем твоя локация. Вообще такой бред. Интересно, да? В этой игре, как под названием «Земля», сделали кучу локаций. Вот взять игру Warcraft, например, да? Кто-нибудь играл? Там есть локации, материки. Каждая локация у каждого подвида, расы или еще что-то, да? В чем разница-то? Есть общая локация Warcraft. Есть подлокации, за которые ты сражаешься, с которыми там воюешь. Ты можешь походить, полазить, посмотреть эти локации. Все. Но где-то происходят битвы, войны, расы, нации, гильдии. Все бьются. И они могут создавать свои локации закрытые. Капец. И вот христиане, католики, мусульмане и все остальные создают отдельные свои локации. Одним там 70 девственниц в раю, да? Другим бесконечный кайф и рай. Блаженство сплошное. И вот они берут и создают свои локации в локации. Но это иллюзорные локации. Потому что есть общая локация. Которая тоже иллюзорна. Писец. Писец. Это просто писец. Локация в локации. Из локации в локацию в локацию. Вот так вот. Охуевайте, товарищи. Так что весь этот мир искусственный, весь он состоит из разных локаций и состоит из общей большой локации. Поэтому, кто выходит, они ощущают, что мы есть все. Ты есть все, и ты есть все это. Потому что это одна большая локация, которая не разделяет, когда ты понимаешь, она неразделима от всего, что в ней существует. Она общая, единая.
И ты понимаешь, что вот эта точечка, которая сформировалась изначально, она и есть все. И ты в этой точечке тоже все есть. Писец. Это я про величие религии на нашей земле. Вот какие они великие. Кто ты? Правоверный? Христианин? Мусульманин? Буддист? Кришнаист? Или ты просто локация? Просто локация. Да, размышления. Да, подписывайтесь. Кидайте лайки, кидайте донаты, друзья. Разучайтесь, говорю. Изучайте. Не булькаетесь в одной локации. Локация Земля. Наша локация очень обширна. А когда ты поймешь обширность этой локации, ты пойдешь дальше. Поймешь, что эта локация. А там еще дальше.